Всем доброе утро. Я надеюсь, что не темно. Муж оставил телефон. Мы пойдем завтракать. София уже сидит там на стуле. Просто в тот раз она мне не дала с вами нормально поздороваться. Вот, так что постараюсь снимать. Наверное, без нее. Будем сейчас есть кашу. Вроде как-то светлеет. Все, сегодня уже 2 октября. В сентябре было всего лишь 4 влога, я посмотрела. Ну, там по несколько дней как бы я снимала. Но, в общем, все равно 4 влога очень мало. Постараюсь в октябре хотя бы 2-3 влога в неделю снимать. Как, конечно, муж будет оставлять телефон. Ну, он, конечно, не хочет оставлять, потому что у него там интернет. И он тоже хочет посидеть в свободное время, когда на обеде, на работе в интернете. Поэтому я не знаю, как бы, что... Когда он будет оставлять, я буду снимать как есть. И видите, я еще не накрасилась. Буду краситься, снимать видео. Мне надо снять обзор стульчика и много пустых баночек. Вот. Темно. Сейчас. Получится показать, не получится Софии показать. Вот. Темно немножко. Сейчас. Кто балуется? Кто сосиски уплетает? А? Вот наша кашка готова. Нам на двоих хватит, я еще персиков порежу. Сыр. Вот она играет колбасой. Да? Кто играет колбасой? Сыр вот такой. Булочки порезала, она любит булочки. И вот этот кремовый. Такой вот. За 4. Ой, показываю. Такой вот кремовый. Ножик тут. Будем кушать, да? Погодка ничего такая. Ноутбук на моем рабочем месте. Просто тут лучше погодка видно, чем там. Хорошая погода, но чуть-чуть прохладно. Ну ладно, мы будем кушать. Я, кстати, здесь... Ой, пока уж такая массовка. Сюда положила баночки. Здесь у меня вот эта вот фасоль непонятная. Тут у меня крупы, как обычно. Тут я все убрала. Тут и сладости. В общем, все от Софии далеко. Убрала. Тут тоже надо что-то придумать наверху. А так, тут порядок, наверное. Ну, там внизу тоже там, что там, чашки, какие-то подносы, скотчи, свечи. В общем, так. От Софии все приходится прятать очень далеко. Показывала, что намыла холодильник. Все наверх, все магниты. Она сидит, кушает на стульчике своем. Молодец, хорошая девочка. Пойду поставлю телефон заряжаться. И будем кушать. Приятного нам аппетита. София включила Лунтика. Посмотрим. Я тут на машинке сидеть. Я сейчас буду машинку ставить, стирать. Вчера так как-то она психовала, что об меня ударилась, и кровь пошла у нее. Вот на одеяле кровь была, и на одежде. Не будешь смотреть Лунтика? У меня брат смотрел Лунтика. Дай. Дай мама включить. Не знаю, что... Ну, да, так ведь и похудеть можно. А я и хочу похудеть, чтобы летать легко и высоко. Мы уже покушали. Может, она посмотрит хоть чуть-чуть. Что вообще мультики не смотрит. Мама сказала, попробуй включить Лунтика. Я включила. Мне нужно сделать обзор этого стульчика. Но мне сначала нужно постирать. Видите, тут. Не беленькая. Или так снять, что делать, не знаю. Пока телефон у меня, да хочется снять все. Ой, снять. И еще хотела показать, сейчас, пока она сидит. Носки мои. Сделала маникюр и педикюр, кстати, я сделала сама. Я здесь все убрала, да, Софиюшка? Вот этот пакет Сушико. И это все пустые баночки. Здесь у нас чемоданы. У нас как-то все покомпактнее стало. Брат его забрал вещи, поэтому остался только макияжный стол, витрина, типа наших сервантов или что-то такое, не знаю. Ну, там, в принципе, ничего такого нет.
Тут матрасы, платье, и это вот ее кроватка, все. Как бы комната стала пустая. Ну, тут ковры, ну пусть они лежат. В принципе, ничего такого нет, как-то, ну, стало лучше. А! Без удлинителя никак. У меня просто беспорядок на столе. Ты не будешь смотреть? Выходишь? Стирать будем вместе? Стирать будем? Не знаю, не смотрит почему-то. Но она дает сегодня снимать, и это круто. Может, с ней получится баночки снять? Ладно, буду стирать и, наверное, пойду с ней баночки сниму, накрашусь и пустые баночки сниму. Потом она уснет, и я без нее стульчик сниму, потому что с ней стульчик она не даст снять. Ладно, еще включу. Вот, София уже уснула. Спит у меня на руках. Я сейчас сняла два видео. Пустые баночки. И про садики в Турции. Почему здесь отдают, не отдают. В общем, если интересно, то это видео скоро-скоро выйдет. Так что вот так вот. У меня постиралась машинка. Мне надо пойти развесить. И сегодня я буду готовить салат картофельный. Только я вот еще купила мяту. Ну, листочками. Вот укроп у меня есть, петрушка, мяту я купила. Листья салата положу туда и сладкий перец. Все. Ну, соль, масло, лимонный сок. Это, конечно же, да. Я сегодня, кстати, вот накрасилась. Катюша мне подарила Urban Decay третью. Слушайте, оттенки, конечно, суперские. Вот я вот смотрю, мне нравится. Помада у меня, кстати, это от Maybelline, которую София испортила. Пальчиками туда лезла и нарисовала мне на юбке. Вчера нарисовала на ковре, но я взяла... В интернете посмотрела, как избавиться от помады. Взяла Colgate, а он был смешанный с синей полоской, бело-синий. А там-то показана белая зубная паста. И я, короче, этой белой-синей полоской. И теперь помада отошла. Но теперь ковер немного зеленоватый. Я буду пробовать обычной белой зубной пастой. Она сейчас уснет. Надо мне это попробовать. Вот, перестелила постельное белье. И все, я больше ничего не сделала. Два видео сняла. И вот она что-то сегодня капризничает, капризничает. Может, зубы идут, не знаю. Ничего не дает снимать. Муж оставил телефон дома. Качество, в принципе, неплохое. Влоги, какие-то тематические видео я буду записывать на него. Он мне будет оставлять телефон. Сразу буду влог записывать. И какие-то там обзоры, болтологические видео. Мне еще надо стульчик снять. Во. Пока картошка варится, я поставлю сюда стул. Как раз тут белый стол. Просто у меня стул белый. Там на кухне чуть-чуть темновато. Можно, в принципе, и на кухне снять. Вот. Так что, ой, как обычно, у меня сегодня пучок. Ну, вот я уже говорила, что я переоделась уже. Была в ночнушке. Сейчас вот надела платье. Такая туника платье. Вот, буду дела делать, еще включусь. Может, сейчас посижу с вами на балконе, еще поболтаем. Я там постелила такое полотно. Плакала, плакала и уснула. Она просто мне не давала снимать и очень сильно требовала телефон. И... Тут у меня тоже штатив придуманный. Сделала, я тоже его требовала и не давала. Потому что она требует все. У меня нет какого-то стоп-крана пока. Ладно. Она уснула, это хорошо, пусть поспит ребенок. Уже полтретьего. Мы с ним встали пол одиннадцатого. Полтретьего она спит. Где-то 1:30 поспит, где-то, наверное. До полчетвертого, до 4. И мне сейчас надо быстро все делать. Развешу белье, поставлю готовить картошку и сниму видео. Все. Мне, наверное, больше ни на что времени не хватит. Ладно, я пойду ее положу. И еще включусь. И... Или поболтаем, или уже включусь, когда София. В общем, посмотрим, включусь. Пока София играет в водичку, я делаю опять картофельный салат.
Картошка у меня уже варится. Я, кстати, освободила все поверхности. Это я разбила свекровину, тут был пудинг, сестра делала. Так у меня на поверхностях все чисто. Вот вы увидите. Видите, все чисто. София играет опять в воду, пока она мне дает. Я тут включила YouTube. Вас уже 332 человека. Класс, спасибо вам большое. Да, 332. Сейчас повыше. 332. Ой. Видите, как вас много. Так. Вот эта мята. Она, конечно, уже такая подсыхает, но я все равно ее добавлю. Пойду на рынок, куплю еще мяты. Вот он, сладкий перец. Укроп. Я сейчас тоже его использую. И все, и выкину. И петрушка. Петрушка, сладкий перец. Еще листья салата добавлю, и все. Соль. Масло и лимонный сок. Вот и все. Посуду я намыла, у меня чисто везде. Я просто все, видите, убираю. Там стул так я и не сняла, потому что София не поспала. Тут у меня хранится лук, помидор, а внизу картошка. Но мне там тоже надо кое-что придумать. И я от Софии там убрала, тоже тут все соберу. Там вот орехи я от нее убрала. Стул я вам уже показывала, она его по всему дому таскает. Кто балуется? А? Никаких игрушек в мире не надо, да? Лишь бы только воды налить, да? Кукла? Еще постиралась машинка, надо ее развесить, не знаю, за что хвататься. Добавить огонь, видите, графин от нее убрала. Все от нее надо убирать. Что? Так, это я сейчас выкину. Все, я буду резать, пока она сидит, играет. И... Ой, сейчас она еще требует. На! Это? А третья немного? Ой, зевает. Может, еще поспит. Я еще попробую ее положить где-нибудь. В 4 или 4:30. На! Воды налить? Воды налить? Да. Налить воды? Скажи да. Скажи да. 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 Давай налью воду. Давай мама нальет. Ладно, сейчас налью водичку и еще включусь, так что буду готовить. Постелила я постель. Но вот к ней эта свекровь еще дарила нам давно. Видите, простынь фиолетовая. У нас есть просто красная простынь под занавески, как я говорю. Ну так. Приятный такой. Там идет одеяло. Единственное, что молния разошлась. Ну ладно, в принципе, такой вот набор. Я вот сегодня ногти сделала. Надеюсь, что видно. Ой. Вот так вот. Мне нравится. Вот, я пошла развешивать белье. У нас, кстати, очень хорошая погода. Прям вот давно не снимала. Мне прям аж плющит снимать. Погодка такая классная. Тепло, хорошо. Так, ладно, буду сейчас развешивать. Не знаю, наверное, уже с вами попрощаюсь. Скорее всего, увидимся уже в следующих влогах. Не буду говорить, какие планы, что вообще будем делать, потому что они могут не осуществиться. Я всегда говорила, и всегда происходило не пойми что. Ну, как-то все время какие-то говорю, что поедем в город, а сами поссоримся и никуда не поедем. Ладно, буду развешивать. Может быть, еще включусь, а может, увидимся в следующих влогах. И заранее спасибо, что были сегодня с нами. Все, мы уже дома. Я смыла макияж. Такое ощущение, что у меня осталось что-то. Съездили мы, проведали его, получается, бабушку по папиной линии. Я тут сижу, чай пью, уже, правда, 11 часов, но смотрю тут блогеров, вот у меня сзади все чисто, все убрано, графин, чистота, чистота, хотела помыть плиту и раковину, но что-то так вот, ой, не хочется ничего делать, сегодня 2 октября, повторяюсь.
Вроде как муж завтра опять оставляет телефон. Завтра я буду снимать влог домашний, потому что я с Софией пойду вечером, скорее всего, в парк. Или здесь с детьми буду гулять, не знаю. Даст мне муж закончить вечером. Или уже после того, как придем, допустим, с парка. Тоже сейчас загадываю. А в итоге возьмет телефон и ничего я не смогу снять. Так что, если будет влог, если будет телефон, будет влог. А там посмотрим, да, там по обстоятельствам. Так что буду я отдыхать, чуть-чуть посмотрю видео и тоже ложиться спать, потому что София сегодня поспала вот только 30 минут, считай, не спала, вот на руках она у меня уснула, вы видели, и потом она еще в кровати, может, поспала, я не знаю, ну, в общем, минут 30, наверное, 40, не больше, я ничего не успела даже сделать, все с ней делала, ой. И пришла свекруха, взяла ее буквально там на чуть-чуть, тоже на минут 30. Потом муж ее принес, и вот мы потом поехали, получается, к ее свекрови. Она ее тоже не любит. Да, свекрови – это тема. Хотя бабушка классная. Она раньше жила рядом с нами, и вот моя свекровь, она была как струна. Сейчас она что хочет, то и делает, потому что свекровь далеко ее. А с ней было классно, конечно, с этой бабулей. Она ее гоняла только так. Ну, это тоже меня 4 года погоняло, и теперь больше она не будет меня гонять. Они живут своей жизнью, мы живем своей жизнью. И все. Вот, еще хотела сказать, что холод у нас идет, скоро будут такие дни, когда будет дожди идти, дома будет холодно. Да, он собирается сову ставить, и нужна же горячая вода, чтобы мыть посуду. Бойлер нужен, но если, конечно, он не собирается подготавливаться к земле, к зиме, покупать там бойлер, по идее, нужен еще один обогреватель, потому что, допустим, там будет сова стоять, обогреватель я поставлю один в ванную, чтобы Софию мыть, и один, по идее, бы надо будет сюда поставить, на кухню, чтобы мы с утра вставали. Я быстро включала в розетку, и чтобы было тепло. Те комнаты закрыть на зиму, потому что он, наверное, будет пока сейчас в другой комнате спит, потому что София отвратительно спит ночью, мы как бы вместе с ней спим, и летом он спал, по-моему, какое-то время в этой комнате, потому что там прохладно было. Вот. Ну, нет, когда было очень жарко, мы спали все под кондёром. И вот тут недавно прохлада пришла, и вот он в той комнате сейчас спит, ему прохлада нужна. А я-то все двери закрываю, нам-то холодно, ему жарко, нам холодно, вот он пока тут в этой комнате спит. Вот так что не знаю, что он думает насчет зимы, вообще как он будет обогревать. Не знаю, этот лоб, наверное, большой будет, может его на две части разбить. Я чуть сильно так много болтаю, прям соскучилась вот с вами поговорить, свои мысли рассказать, да, там эмоции. Я на самом деле не жалею, что как бы поругались, зато как бы все равно изменилось. Не надо там с ними теперь сидеть, там делать то, что они хотят. Как бы я сейчас делаю то, что мне нужно. Вот, а раньше приходилось под их дудку плясать. Ничего, иногда надо ссориться, высказывать свое мнение, да, так показывать свое отношение к тому или иному, да, обстоятельству, в общем, не молчать. Теперь я не молчу, не соглашаюсь. Ну так, когда видимся, может там как-то 2-3 слова, но ладно, чего об этом говорить? Уже на 5 минут, как говорится, наболтала. Так что спасибо сегодня, что были сегодня с нами. И увидимся скоро. Всем хорошего настроения, хорошего вечера, или дня, или утра, или ночи. Так что еще увидимся. Ну что, пока-пока.